Қазақтар, міне біз жаққа Путиннің орыстары келсе, өзіміздің мемлекетіміз ана орыстарын арасында жатса, өзіміздің жерімізді бір адамдар орыстарға сатып жіберсе, дәл осындай оқиғалар болады, оған таң қалмаңыз. Қандай оқиға дейсіз? Қазір сіздерге бір видеоны көрсетем. Ресейде болған. Дүкенде азық түлік, шай, май деген сүт, нан сатылатын дүкенде. Бір грузиннің, грузиядан келген азамат. Жаны ашып, бір үлкен кісіге, бір кемпірге көмектесем деп, соның нелерін, шай бірде мен сатып алды ғой, сатып алған. Сүт, нан дегендей, шай, май. Сон өз карточкасымен төлеп жіберді, соның не покупкаларын. И ана орыстың бір жері жарылды ғой соны. Соны көріп. Қалай болғанын қазір көріп жіберейік, құрметті ағайындар. Содан соң ол бірінші бөлім болады. Содан кейін мен өз ойымды айтып жіберейін сол туралы. И жалғастыра береміз. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым, сіздермен бірге сулы бұл Азмаз қазақша YouTube парақшасы. Біз бастаймыз. Что случилось? Случилось то, что я считаю, что это плохое дело. Плохое дело? Что вы помогаете вот этим бабушкам. Я вас не знаю. Плохое дело в чем? В том, что вы... А зачем вы орете? Я с вами же спокойно. Я Ираклий. Ираклий? Да. Вы откуда взялись? Откуда? Из Грузии. Из Грузии? Да, из Грузии. Не Грузия, а не Грозня, а Грузия. Грузия. Да, Грузия. Дальше вопросы. У нас очень непростые отношения с вашей Грузией. Ну, и что мне теперь делать? И вы стоите с таким видом? Каким видом? Вы орете, я с вами адекватно разговариваю, вы начинаете орать. Каким видом? Вы просто завидуете от того, что вы... Я приехал в вашу страну. Вашу страну. И помогая пожилым людям, при этом вы ничего не делаете. Я плачу сейчас вот это все. Так платите. На улицу, да. Вы мне все объясните. Пожалуйста. Давайте. С удовольствием. Давай. А на женщину тон не надо повещать. Господин из Грузии. Я говорю, на женщину тон не надо повещать. Значит, господин из Грузии. Давайте так. Либо еще звоню в милицию. Звоните. Да. Мы можем поехать в полицию. А откуда вы взялись, господин из Грузии? Я говорю, мы можем поехать в полицию. Поехали. Что вы скажете? То, что я людям покупки оплачу? Господин из Грузии? Да. Оплачу покупки в вашу страну. И вы при этом завидуете. Вы не трогай меня по руке. По руке не трогай. Вы тон убавьте тогда. Держите. Вы тон свой убавьте. Значит так, я еще заплачу свои покупки. Оплачивайте. Жди меня на улице. Я здесь стою. Жди меня на улице. Я здесь стою. Жди меня на улице, попросишь разговаривать. Я с вами разговариваю максимально адекватно. И не контролируйте себя это немножко. Это не твое дело. Ну, это не мое дело, вы со мной я разговариваете. Я в своей стране, я... а ты, господин Грузии. Я в своей стране. А вы нацист? Выходи. Ну, вы нацист, я спрашиваю просто, мне интересно. Вы говорите, я в своей стране, а я помогаю людям. Ну, наезжай. Грузин, который заводит меня. Он бабушке что, бабушка? 100 рублей дал, якобы. Кто якобы? Что якобы? Я людям помогаю. Что якобы? Я людям помогаю. Что якобы? Что якобы? Я людям помогаю. Тебе что? Что якобы? Что якобы? Что якобы? Я вопрос задаю. Что якобы? Что якобы? Я людям помогаю. Ты грузин? Я в чужой стране людям помогаю. Что якобы? Я вопрос тебе задаю. Что якобы? Выходи. Что якобы? Что якобы? Закни свой рот, грузин хорошая. Что якобы? Тебя сильно должно. Нацист просто, вот и все. Нацист. Послушай, я на улице вас жду. Я понял. Вообще, он, видишь, он кулаки жмет просто, и ну, чтобы ты был прав, голос вообще не повышает. Вообще, спокойно скажи, я... Надо повышать, он старик, похуй. Даже, просто даже есть... Ты че, пиздишь? Ал, енді түсіндіңіз, да, ағайындар? Енді түсінбей қалсаңыз. Мне мынау, сонда... Ана не, ана үлкен кісінің, кемпірдің нелерін, шөтін карточкасымен төлеп атыр ғой. Ал анау көре алмады ғой соны. Қызғанып,
Көралмай. Бәр жеріне прям бытчыты шығып. Түсін тұрсыз ба? Штинке айта алмайды. Қазап тұр. Ол неге дейсіз? Ол үйткені уже сол адамды до такой степени подводитіп тұр ғой, ана үкіметі. Ақшасы жоқ. Маған менің нелерім төлемесе, ешкімге төлеткізбеймін деп. Солай тұр ғой анау. Оңбаған орыс. Маған төлемесе, ешкімге төлеткізбеймін деп. Ол жақсы ма, жаман емес па, ана кемпір ақшасы бар ма, жоқ па, оған вообще не волнует ол. Ол оны ойламайды. Сен кімсің, грузинская рожа, это моя земля деп. Естіңіз ғой. Қазір жаласы болады осы видеон. Ты чё? Ты чем недоволен? Ты находишься в моей стране. Сколько вам лет? Да я тебя даже слышу. Не, вот сколько вам лет? Давайте вот негатив уберем, чисто теоретический вопрос. Сколько вам лет? Тебе это вообще не должно казаться. Ну, мне просто интересно, сколько вам... Можете вот чуть-чуть доброту принять? Нет. Чуть-чуть, по... Нет, чуть-чуть без напряга. Чуть-чуть можете, вот просто сколько знаешь, вам лет? Большой грузин. Ты очень большой грузин. Да, я 180. Да. 190. Я 172. Да, я так Аршавин. Сколько вам лет? Футболист Аршавин. Хорошо, и давайте. Киржаков. Я вас очень прошу, давайте без негатива. Сколько вам лет? 67. Уже я на вас голос повышаю, мне противно от вы себя. Вы мне противны, вот, вот. Вы в моей стране ведете себя, как будто это ваша страна. Так я людям помогаю, что здесь плохого? Ты не помогаешь. А в чем, и что ты... я делаю? Вот смотрите, я беру эту карточку, они стоят на кассе, ты я не помогаешь. Оплачиваю продукты. Вид. Что я делаю? Ты делаешь вид. А в чем я вид делаю? Если на карте деньги... Вы грузины, вы очень плохо относитесь к России, это раз. Очень плохо, знаете, почему отношусь? Потому что... Потому что вас... мы не, взяли не, Южную не, Осетию. Нет, потому что вас доносит полиция. Мы не политику. Взяли, что мы взяли Южную Осетию. Нет, потому что вас просто то, что в телевизоре вам говорят, вы этому всему верите. Вам а вы наших бедных бабушек просто им даете по 500 рублей. Ничего не даю, я просто оплачиваю продукты. Оплачиваете еще. Да. Вот бабушку до дома сейчас довел. Мы купили ей продукты, оплатили. Она обнял, обнял и без заплакал. Я когда-то любил грузинское вино. Больше его не люблю. Почему? Я, и причем всем советую. Не надо пить. А у нас есть французское вино. Аргентинское вино. Все очень хорошо. Чилийское. Не, проблема. Кстати, чилийское вино тоже неплохое. Не, проблема, знаете, в чем? Чем? В том, что... Чем национа... Сколько у тебя раз, мужчина? А, рост, сколько? Рост. 190. 100. Ну, не 190. 190. Ну, наверное, 180. Ну, 87, наверное. 190. Да ну прямо. Не верю. У него 190? Ну, я думаю, что 87. Ну, хорошо, пускай будет по-вашему. Просто будьте чуть проще. От того, что людям помогаешь, от этого плохо никому не будет. Понимаете? Я не верю грузинам, которые... Ну, вы не верите, другие верят. Грузины видите? Очень плохо ведут себя. Ну, плохо ведут, пускай плохо. Очень плохо себя ведут. А русские не ведут себя плохо? Вы понимаете то, что есть грузины плохие и есть русские плохие. Но, если какой-то грузин вас обидел, вы думаете о том, что я тоже такой. И если вы думаете... Я всегда считал, что грузины православные. Я православный, вот. Вы с такой бородой? Ну... Такой бороду. Вы больше похожи... Борода, знаете, почему я отращу? Вы похожи на таджика. На таджика похоже, да, пускай будет. К сожалению. Будет... У нас, знаешь, масса бойцов, которые... И вот ММА, вы представляете такие ММА? Я занимаюсь. Вы занимаетесь? Да. Я когда-то, когда был молодой, тоже занимался. Ну, только вот, мне еще 67. Не, просто не могу понять, почему у вас столько вот. Негатива к грузинам. А негатива просто я очень... Вас обидели чем-то. Вот нет, из-за этого. Нет. Нет. Так вы говорите, знаете, я похож на таджика. Вы про бороду даже не хотите потому спросить. Что вы у меня бороду для того, что у меня да. отец умер. Что вы хотите походить на таджика? Я понимаю, что вы все мусульмане хотите походить на мусульмане. Я православный. Я православный. Я Христ. Не веришь, что я крест по приколу я одел? Ладно, берегите себя, я понял. Вас просто чем-то обидели, и теперь всю жизнь вы будете злиться на грузин. Да, нет, если почему? Завтра вас обидят русские, вы будете про русских так говорить.
грузины, это вас, грузин, обидели, то, что мы, якобы наши войска забрали вас в Южную Осетию? А в чем обидели, блин? Вот Грузия все равно, это Осетия, Абхазию не надо. Абхазию забрали у вас, да, Абхазию забрали. Вы просто больше к политике и больше нацизму, ну, то есть... Вы знаете, что я очень долгое время был в Абхазии, не знаю, как абхазы относились. Абхазии, у них всегда были конфликты. Знаете, это я был все жизнь. А почему у этого было? Немцев? Я был в Аджаре и знаю, как в Аджаре относились. Не так все просто, господин из Грузии. Вы из какого места из Грузии? Я из Боржоми. Боржоми? Да. Вот никогда не был, кстати говоря, в Боржоми. Ну, там шикарная вода, вам бы надо попробовать. А то, что вы вино не пьете, это зря, потому что я домашнее вино из Грузии приношу. И то, что вы говорите, французский, итальянский, но... Пока вы не попробуете, настоящий. Ну, это не повод, чтобы усолить вообще. Нет, мы общаемся вежливо, все уже, ладно. Ал енді, міне, қараңыз, құрметті ағайындар. Ана грузин азаматы өз крестігін көрсетіп атыр. Дініміз бір деп, мен православный деп. Не просто діндері бір. Түсіну керексіз, ағайындар. Ана христиандарда разные нелері бар ғой. Католиктары бар, протестанттары бар, там, баптистері бар. Бізде мұсылмандар да сияқты. Сүниттеріміз бар. Суна бойынша, осына шииттер бар, осына суфистер бар, салафита, всякие не. Олардың не то, что діндері бір, со діннің ішінде бір направление православный боп тұр ғой. Анаған сенбейді, сен таджиксің дейді, сен грузинсің дейді. Сонда сол ұлтын атағанда от қалай атап атыр. От прям оскорбление сияқты айтып атыр ғой соны. Мына кісіге только орыс болсаң ғана адамсың. Орыс болмасаң, діліміз бір болсын, бәрібір адам емессің. Түсініп тұрсыз ғой, құрметті ағайындар. Міне, өз мемлекетімізді жоғалтсақ, орыстың астында міне жатсақ, орыстар мына жерге қаптап соғыспен келсе, міне дәл осындай орыстар болады. Өйткені осы орыс мен мойымша жас кезінде, ну, жас кезінде болғанда, ана до пропаганда, до путинский режим болғанша, наверняка нормальный жуас, нормальный адам бол деп ойлаймын мен. Жыл бойы ана пропаганда, Путиннің пропагандасы уланып жіберді ана кісіні. Просто улатып. Путиннің режимі сон қалтасынан алып ақшаны ұрлайды. Анау кінәлағанда грузиндер кінәлі, қазақтар кінәлі, налар кінәлі, бірақ та менің Путиным кінәлі емес соған. Түсініп тұрсыз ба? Әнжерде русофобия, әнжерде русофобия, әнжерде русофобия өздері немене істеп атқанын оған вообще қарамайды, ойлама. Ол солай болу керек. Біз орыспыз. Мы русский мир деп. Бітті. Бәр жерде, қай жерге қараса да русофобияны қарайды. Қай жерге қарасаң, бізде враги, анау враги, анау враги, мынау враги. Ал кім соны конкретно қалтасына кіріп, кім ақшасын алып атқан, оны вообще ойламайды. Соны неге дейді? Неге дейсіз? Себебі неге? Пропаганда. Пропаганда. Анан грузин дейді. Конечно, қалай еще грузин туралы не деп ойлайды? Ана Симонян открыто айтты ғой, давайте ана украинцы біздің братья болса, мыналар бізге вообще братья емес, ана Тбилисиға бірнеше бомбаны лақтырып жіберейік деп солай айтса, конечно, мына обычный адам, телевизорды қарайтын адам, естественно, ол солай ойлайды. Құрметті ағайындар, қалай ойлайды еще? Білмеймін мен енді, құрметті ағайындар. Қалай мынаны енді ойлауға болады осы туралы? Осымен бүгінгі бағдарлама аяқталды, құрметті ағайындар. Өз пікіріңізді видеоның астына жазып жіберіңіз. Қалай ойлайсыз осы туралы? Не деп ойлайсыз? Жазып жіберіңіз. Мен бәр комментарияңызды оқып жүрем. Сонымен аяқтаймыз. Барлықтарыңызға сау саламат. Сіздермен бірге болған Сулы Азмас қазақша. Барлықтарыңызға сау саламат. Салам алейкум. Аривидерчи.